здесь, мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Здесь мы на Estadio de la Ceramica, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Матч. По
Пас вроде получается. Подача на дальнюю. Очень вовремя защитник играет на вынос. Мяч уходит к сопернику. Морено дал много поводов для разговора. Здесь мы на Эстадио де ла Серамика, и у нас есть все для ответа. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. И con el 17, Paco Alcácer. Гости начинают в следующем составе. 4-3-3 сегодня. И похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр.